камбэк бы удался, если бы не глупое удаление в конце матча. Первые 20 минут были полностью провалены 2-0. После, спартаковцев будто подменили. И на 28-й минуте счет становится 2-1, Жабкин забил со стандарта. К концу первого тайма спартаковцы должны были сравнивать счет, но так и не смогли забить. Второй тайм начался с преимуществом «Спартака», было ощущение, что «Краснодар-3» поплыл. На 50-й минуте «Спартак» добился своего, сравняв счет 2-2. Но «Спартак» не намерен был останавливаться и продолжал давить, и это принесло свои плоды. «Спартак» вышел вперед 2-3. Болельщики думали, что это невероятный камбэк. Но глупое и неоправданное удаление Кучева на 81-й минуте. А на 83-й «Краснодар-3» сравнивает счет. Матч закончился со счетом 3-3. Обидно упускать победу вот так, когда она у тебя почти в руках была, но это футбол. И остается только сделать выводы и двигаться дальше. Команда набрала неплохую форму и не нужно сбавлять обороты. Да. Хоть уже нет шансов выйти в первую лигу в этом сезоне. Но нужно продолжать биться ради болельщиков, которые верят в команду.